шапки на этом канале в Инстаграме, в аккаунте Светлана Травел. Вот, будьте со мной, узнаете много интересного, полезного, и со мной всегда весело. Куда я сейчас еду? Я сейчас еду в салон для Марка. Каждый раз, когда я улетаю на отдых, мне нужно сделать много-много-много задач для того, чтобы все функционировало без меня, как положено. Одной из задач является уход за животными. Учитывая, что у нас две кошки, собака. Ой, почему-то такое размытое стало, наверное, такое интернет-соединение. Значит, учитывая, что у меня две кошки, собака, мне нужно все везде сделать, чтобы осталось идеально. Плюс у меня еще три аквариума. В одном живет аскалот, и в двух живут рыбки. А, это свет, солнце отсвечивает, поэтому у меня так плохо видно. Вот, за каждым животным, каждого животного нужно подготовить перед тем, когда уезжаю, чтобы всем было комфортно, и тем, кто остается с моими животными, а в данном случае это будет муж, вот, и чтобы животным тоже было комфортно. Вот сейчас, Маркусь, Чебака спит, он очень любит кататься, да, Маркусь? Он у нас юный чемпион Украины, поэтому девочки, кто, у кого есть шпицы девочки, вот, мы готовы к вязке и всегда открыты к этому, ждем вас. Вот, сейчас мы вот приехали к салону Марка. Сейчас я отвезу Марка и буду решать заниматься собой. Буду делать маникюр, педикюр, приводить не только собаку, но и себя в порядок. Вот. Вот такие задачи у меня перед отдыхом всегда стоят. Вот. И я их всегда выполняю, потому как люблю, чтобы все было в порядке. Чтобы дискомфорта не было ни у кого, ни у животных, ни у моих родных, которые с ними остаются. Куда мы летим, вы узнаете завтра. Видео я буду выкладывать на своем канале, YouTube-канал Светлана Карпова. Переходите, подписывайтесь на канал, смотрите все мои видео. Благодарю, благодарю, благодарю. Значит, я одеваю масочку, так как у нас карантин и масочный режим. Вот так вот. Вот такая масочка. Вот. И сейчас я вам покажу, где мы наводим красоту Марку. Где моя любимая собака? Иди-ка. Иди, мой хороший пес. Иди, мой зайка. Вот такой вот это у нас классный Марк. Да? Ой. Что-то я... Опять идут мне входящие звонки. Сейчас, ребят, я выйду. Возьму свою сумочку и побежим, потому что мы буквально на 10 минут опоздали. Мы так спонтанно записались. Учитывая, что у нас спонтанная поездка, то все приходится делать спонтанно. Подтягивать. Сейчас машинку закрою. Вот, вот мы. Привет, привет всем. Вот такой вот салон, куда мы идем. С Марком в салон. Такие мы красивые. Да, Маркус? И мы идем в чем? Чем он собаку везет, да? Вот мы идем в салон. Красивый такой салон. Это вокруг. Всем привет, привет. Тын, помахал всем, кто присоединился к нам. Надеюсь, меня слышно хорошо. Напишите, хорошо ли меня слышно, пожалуйста, чтобы я понимала. И вот наш салон, нас уже ждут. Здравствуйте, как мы рады вас видеть. Привет, привет, как ты?
дела твои? Как ты? Тебя помыть надо? Ой, нам надо красоту навести. Машуна, как дела твои? Привет! Стасик, пойдешь со мной? Пойдем купаться? Давай пойдем. Нет, мама, спаси меня. Беру. Так, что будем делать? Все делаем. Делаем его очень красивого, очень красивого. И как обычно все, да? Вы знаете, у него вот здесь, вот смотрите. Да. Я сейчас маску нанесу. Отлично. Он мне не всегда дает чесаться. Хорошо. Вот здесь вот на это берет вот так вот голову запрокидывает и не дает, чтобы я его чесала. Хорошо. Ну, может, у вас он будет... Получится, у нас да, все сложится. Потому что детки же обычно с мамой более капризны. Хорошо. Так, спасибо. А по стрижке делаем, как раньше мы делали? Делаем, можем короче делать. Короче. Потому что я улетаю, и мне надо, чтобы Хорошо. Мужу комфортно было. Особенно Хорошо. Вот где у него попа, ножки там, Хорошо. Да. Понял. Можем, в принципе, его сделать короче. Хорошо. Сейчас, учитывая, что еще будет. Хорошо. Осень, шлякать, все. Зубы чистим. Все чистим. Все делаем. Так, вы спасибо тут? Большое. Я Или буду где-то рядышком. Минут за 20. Да. Ну, часа полтора мне. Отлично, да. Отлично. Все, тогда к 6. Да, хорошо, да, спасибо, до встречи. Так, собаку мы оставили и пошли заниматься теперь собой. Вот такой вот шикарный. А, кстати, хотела показать, смотрите. Какой замечательный домик здесь есть. Мы тоже здесь Марку покупали. Его лежанку. Такие красивые еще для собак. Очень хороший салон. Очень мне нравится. Кому нужно, расскажу. Какая красота вокруг. Мне очень нравится этот магазин. Я его люблю, я вообще люблю такие магазины. Я люблю все красивое, все хорошенькое и все дорогое. Вот. Это у нас такой торговый центр. Уже сейчас все будут через пару недель выставлять новогодние. Вот, очень красиво, такое сказочное для деток. Смотрите, какая классная комната для деток. Ой, это Лера с Дианой точно бы захотели. Такую кроватку. Такую кроватку. Они любят тоже такое интересное все. Ну, вот так вот. Вот так красиво здесь, ребят. Все. Еще с одной задачей сегодня я справилась. Теперь полетела искать, где сделать маникюр. Вот маникюр, педикюр и, возможно, какую-то еще красоту. Поэтому я умчалась. Всем привет-привет! Рада видеть вас всех. Спасибо, что со мной в прямом эфире. Вот. Не забудьте, подписывайтесь, пожалуйста, на Светлану Карпову, YouTube-канал мой. Помогите мне реализовать свою мечту. Я очень хочу дом. И я понимаю, что только таким образом на сегодняшний день будет возможность заработать очень много, очень быстро. Но я обещаю вам хорошее, интересное, веселое, полезное видео. Смотрите, как красиво. И завтра мы тоже будем видеть такую красоту, только в настоящем. Не в аквариуме, а это будет в реальной жизни. Завтра у нас перенесли вылет чуть напозже, значит... Такую красоту мы уже будем видеть послезавтра. А завтра мы приедем, будем заниматься с детками в школе и заниматься еще. Я буду своим обучением. Да. А послезавтра мы уже будем наслаждаться вот такой красотой, только в живом мире. Вот какая красота. Я очень люблю аквариумы. У меня у самой два аквариума. Но они небольшие. Для того, чтобы их содержать в чистоте, каждую неделю нужно делать определенные действия. Если хорошо, Наташенька, сейчас наберу. Если определенные действия не делать, то аквариум начинает болеть. А если все вовремя хорошо делать, какая красивая. Ой, еще собака. Вот, если все красиво делать вовремя, правильно, то аквариумы украшают дом. Ну, все, ребятки. Всем пока-пока. С вами была Светлана Карпова. Светлана Травел, мой аккаунт в Инстаграм. Не забудьте подписаться.
следить за моими постами и новыми видео. Всех люблю. Обнимаю, пока.